вы не можете договориться с людьми, пока вы говорите, что они там сепаратисты, террористы и так далее. Когда мне говорят, почему Донбасс так отреагировал, я говорю, ребят, вы поймите, вот я уважаю вас, я очень люблю Западную Украину, людей, все. Но вы никогда не поймете Донбасс, потому что мой отец шахтер. Он каждый день уходил из дома, и я не знал, вернется ли он домой. Ну, то есть потому что где-то кто-то случайно взрыв метана, и он там остался. Это категория людей, которых нельзя наклонять. В свое время, когда Донбасс уступил в 2004 году и сказал «хорошо», согласился. Но все запомнили фразу Юлии Владимировны о том, что Донбасса обтянуть колючей проволокой. Запомнили, и двухметровым забором. Запомнили, потому что это было в прямом эфире. Это было сказано настолько... Але в ней якось с рукава она выняла две ленточки, оранжевую и... Даже сколько бы ни говорили потом, тем не менее... Голубую, извините, голубая была партия регионов. Вот. Когда она это сказала, это запомнили. Это уже нельзя стереть. То есть есть сакральные вещи, которые нельзя говорить. Это раз. Второе, надо помнить, как формировался Донбасс. То есть это люди, которые... Это были и ссыльные люди, и те люди, которые... Определенные категории. За что некоторые товарищи говорят, что давайте вообще эти 4 миллиона типа спишем и забудем о них. Британцы что... говорили про австралийцев. Потому что они типа, ну как бы с нами не товарищи. Вот. И поэтому... А как вообще это высказывание, на ваш взгляд, ну, допустимо в цивилизованной стране? Конечно, недопустимо. Это абсолютная глупость. Эти люди не должны отвечать за то, что они говорят. Они не должны сидеть, извините за выражение, за разжигание межнациональных... Ну, вы не знаете, что это стандартная технология знелюднення. От ворог, чтобы он был ворогом, его треба сделать, чтобы он таракан. Помните радио «Тысячи холмов» в Руанде? Он не людина, таракан. А таракан убивать не жалко. Вот. И завершая тему, Донбасс тогда согласился и... Больше 40 тысяч увольнений было просто по партийному принципу. Люди промолчали и сказали, окей, давайте, сделайте. Но когда ничего не было сделано, и опять ситуация повторилась, и с Донбассом никто не стал говорить, кто-нибудь приехал? Приехал кто-нибудь с людьми вообще поговорил? Пан Алексей, констатация факту у вас якісна, але запитання було, ваш вариант выхода ситуации? Тем более, вы сам Донецкий. Выход из ситуации – это выполнение Минских соглашений и на стороне Украины, чтобы все-таки ООН, голубые каски стали на границе, российские все вооруженные формирования оттуда были выведены, которые там есть. При этом там есть и свои местные силы, проведены выборы. И Донбасс был поступательно интегрирован в украинскую систему. Но для этого нужно сначала сделать вот этот канал, о котором говорят, где будет украинская повестка дня. Ой, смотрите, вы сказали, какие каналы будут раскрадаться. Но... Выполнение Минских договоренностей. А потом говорите, чтобы зашли миротворцы, чтобы они отправили территорию. Подождите, вы читали Минские договоренности? Там четкие 12 пунктов, где написано, что передача границы, там... когда... После когда выборы. Проведут выборы, там, будет там внесен... очень размыто это как все. Это размыто, извините. Там не то, что там размыто, можно... там просто буква закона. Там можно трактовать нельзя и так, трактовать. И так. На следующий день, после того, как будет имплементированы в Конституцию Украины специальный статус Донбасса, который должен в себя включать следующее положение. Первое, включая суды. Второе, милиция народная. Третье, прокуратура их. Четвертое, право на язык. Это все прописано в Минских договоренностях. Вы не читали этого? Я читал, о чем мы говорим с вами? Извините. Спокуха, все будет хорошо. Нет, подожди, или Минские договоренности, или отказываться от них, и что? Пан Алексей теж підтримує, Олексій, він сказав, що він за виконання Мінських домовленостей, тобто не може відходити. 6 лет войны у людей, 6 лет. А у нас нет других договоренностей. Тогда Мінські договоренности от А до Я. И надо, Порошенко их подписал, он был президентом Украины, вот пусть выполняет и Порошенко, и теперь Зеленский, который 73% за что голосовали? За что голосовал Юго-Восток и центр Украины, и я уверена, и Галиция? За мир. Правильно. Если бы он сказал, вы знаете, а я не буду выполнять, а у меня будет Гончарук, а у меня вот это команда Сореса будет. Кто бы за него проголосовал? До речі, можно сказать, бо так говорят про Галичину, зараз с Галичини чомусь так, на центральном уровне такие напівадекваты выступают, но можно вам сказать, что родинное село Степана Бандери, старий Угринів, 90% проголосовали за пана Зеленського на выборах.